Пожалуйста. Галя, тебе, наверное, нравится бабушкина квартира? Здесь очень много интересного. Да, только все старое какое-то. Не старое, а старинное. Многие вещи достались бабушке от ее прабабушки. От прабабушки бабушки? Ого! Это для меня бы она была бы как кто? Прабабушка, что ли? Принесу вторую. Мама, а у бабушки что, совсем нет денег новые вещи купить? Аня, можно тебя на минутку? Помоги мне. Аня, вместо того, чтобы просто сказать, не крутись за столом, ты спрашиваешь у нее, нравится ли ей моя квартира. Но я ведь не могу с первого дня делать замечания. Она пока не привыкла. Ане нельзя было брать такого большого ребенка. Ну, максимум 5 лет. Правильно говорят, что только до 5 лет можно воспитать, а после 5 перевоспитывают. А Гале уже 7 лет, почти 8. Ну что ж, значит, перевоспитаем. Мы даже не знаем, какие у нее гены. Сразу видно, не лучшие. Ты видела, как она ведет себя за столом? Мам, ну как ребенок ведет себя за столом, совершенно не зависит от генов. Ты меня будешь учить? Я педагог, я знаю. А вдруг у нее родители алкоголики? Или, не дай бог, наркоманы? И это обязательно проявится. Мам, успокойся. Галя просто ребенок, такой же, как и все. Ну вот, началось. Ушиблась? Ничего не болит? Нет. Я просто хотела попробовать на нем покачаться, но он такой старый. Разве можно качаться на стуле? Ему 50 лет, почти как мне. Ну тогда понятно, почему он сломался. Их давно уже пора поменять. Давайте, давайте меня поменяем вместе со стулом. Мам, ну не переживай ты так за этот стул. Ну сломался, отремонтируем. Я не о стуле переживаю. Я переживаю, как бы у нас вообще здесь все не сломалось. Вот это фиолетовое твое полотенце. А это чьи? Это бабушкино, а вот это мое. Зачем вам тогда эти полотенца? Это общее для рук, а вон то синенькое для ног. Ого, как у вас их много. Раньше это была моя комната. А теперь здесь сплю я. Угу. Завтра мы достанем мои старые игрушки. Я буду хорошей дочкой. Я его у Вики украла, потому что он мой. Ты его мне несла, но ты ошиблась. Я это знала. Ты моя мама, а Вика нам не нужна. Доброе утро. Сомнительное утверждение. Мам, где все столовое серебро? На антресолях я оставила простые приборы, этого достаточно. Откуда эти предрассудки? Ты же вроде взрослая, умная женщина, образованная. Ты думаешь, Галя стащит все твои ложки и вилки? Аня, я с утра ездила в детский дом и все про нее узнала. Интересно. И что же ты узнала? Ну, не притворяйся. Ане нельзя было брать такого ребенка. Какого ребенка? Ты знаешь ее всего день. Мне все про нее рассказали. И про мать-алкоголичку, и про отца неизвестного, что у нее плохой характер, что она непослушная, что она грубит взрослым. Анна, она ворует. Ну, украла-то она что? Не деньги же. Конфеты, игрушки, она ведь ребенок. Ты считаешь, что если не деньги, то это не воровство? Так, мам, давай не будем паниковать раньше времени. Да, у Гали непростой характер, но и детство у нее непростое, пойми. Мамулечка, ну прости, что я не посоветовалась с тобой, но я просто не могла пройти мимо нее. Ну, не могла. Она еще спит? Спит. Вчера долго уснуть не могла. Все-таки новое место. Новые переживания. Надо ее поддержать. Мамочка, я уверена, ты полюбишь свою внучку. Хотелось бы верить. Доброе утро!
Доброе солнышко. Я с детства помню эти часы. Они ни разу не ломались. Мам, все когда-нибудь ломается. Я позвоню Олегу, он найдет хорошего часовщика. Я просто хотела посмотреть, как там она в своем домике живет. Она не выходила. И ты решила приманить кукушку семечками? Ну да, мы так в детдоме делали. Деточка, да будет тебе известно, что кукушки живут в лесу и семечками не питаются, а любят жучков, паучков, червячков. А тараканов они тоже едят? Тараканов у нас нет. И жучков с червячками тоже нету. А семечки у тебя откуда? А, в кармане куртки были. Мы в детдоме голубей кормили. Жалко, что у нас собачки или кошечки нету. Я бы с ними сейчас поиграла. А в детдоме нельзя, нормы санитарные. Ну, хоть где-то это есть. А может, заведем маленькую кошечку, я с ней играть буду. Живую, не такую, как эта кукушка. Кошечки – это шерсть и грязь в доме. Бабушка, ты чего? Кошка – это радость. Анечка, пожалуйста, объясни Гале, что хватит с нас питомцев. Странно, очень странно. Вроде ничего не пропало, как-то все перевернуто. У них что, развлечение такое? Залезают и ничего не берут. Сразу. Тебя это не удивляет? Удивляет, удивляет. Меня тоже. И главное, как вовремя. Только мы решили дело закрыть, раз и новые обстоятельства. На что намекаешь? Да я не намекаю, но факты налицо. Еще скажи, что это я влез в магазин. Зачем же? Мог попросить кого-нибудь? Смирнов, слушай, хватит трепать языком. Здесь произошло убийство при невыясненных обстоятельствах. Потом кто-то влезает, что-то ищут. Я думал, может, улики? А почему ничего не взяли? Агата Георгиевна. Да-да. Вы уверены, что ничего не пропало? Не, вы меня просто обижаете. Я тут каждый медальон... Не надо ничего трогать. Картину преступления испортить. Хорошо. Ну так что здесь все-таки произошло? Что-нибудь прояснилось? Скажите, Анна Александровна, вы через эту дверь вошли? Да. Открыли вы? Да, как только Агата Георгиевна мне позвонила, я тут же приехала. Ну тогда я предположу, что злоумышленник или злоумышленники вошли через дверь с черного хода. Либо у них был ключ, либо кто-то им сказал код. Я правильно понимаю? Значит, следствие все-таки продолжается? Правильно понимаете, Анна Александровна. Но я сделала все возможное, чтобы больше вас не тревожить по пустякам. Тебе понравилась классика? Понравилась. Ты хочешь научиться играть на пианино? Очень хочу. А можно? Да, давай, садись. Хорошо. Сейчас. Это нота до. С нее все начинается. Галя, Галя, это не барабан. Это нота ре. Ре. Это нота
ми. Много еще? 7 октав. В каждой октаве по 7 нот. Ой, пока выучишь, состаришься. Надо учить, иначе ничего не получится. А вот знаешь, получится. Я вчера даже сочинила свою собственную песню. Без нот. Ну-ка, давай, давай. Я не боюсь, я тебя, ю, от тебя уйду. Куда? Где поля и коты? Туда, где есть собаки, киты. Достаточно, Галя, это не музыка. А вот еще и музыка. У нас в детдоме есть своя рок-группа. Но я, к сожалению, туда по возрасту не подошла. Это очень хорошо. Давай заниматься математикой, потому что тебе осенью в школу. Легкотня! Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел заяц погулять. 6, 7, 8, 9, 10. За уши его повесить! Галя, откуда у тебя такие слова? Как ваше занятие музыкой? Галя хвасталась, вы уже 3 ноты выучили. Анечка, я не хочу тебя огорчать, но у твоей приемной дочери совершенно нет слуха. Ну, слух можно и развить. И потом не всем же становиться музыкантами. А, как и писателями, учеными и просто начитанными людьми. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Я сгущаю краски? Галя совершенно ничем не интересуется. Математика ей не интересна, русский скучен. А сказки она вообще слушать не хочет, потому что они ей кажутся несерьезными. Ну, а что ты удивляешься? Она не на сказках росла. Попробуй что-нибудь еще. Я попробую. Я попробую. Это твоя дочь, вот и попробуй ее воспитывать. Вместо того, чтобы пропадать целыми днями где-то. Хорошо. Кто-то залез в магазин к Сергею. В магазин? Зачем? Мам, я не знаю. Ничего не взяли, но следователь снова все обыскивает и изучает. А мы с Агатой Георгиевной и Дианой помогаем. И ревизию, и порядок там надо навести. Все ж перевернули. Странно. Галя так старается понравиться. Даже страшно домой возвращаться. Мне кажется, она скоро мамину квартиру в руины превратит. Все хочет делать сама. Вчера сама посуду помыла. В чем ужас-то? Разбила 2 тарелки. Одну мамину любимую. Бедная Полина Евгеньевна. У нее уж каждая тарелка с историей. Да уж. Не ценит девочка историю. А еще бабушку жизни учит. Вчера пыталась убедить ее, что посуда бьется к счастью. И что, та поверила? Сделала вид, но попросила больше ничего не разбивать. Не хочет старушка счастья. Старушка? Ничего себе. Ты раньше так о маме не говорила. Ну, а как по-другому, когда только и слышишь. Этот стул такой же старый, как я. Не трогайте эту вазу. Она ровесница моей юности, столько всего пережила. Весело у вас. Да уж, обхохочешься. Ну, что ты. Сама-то как? Тебе легче стало? Не знаю. Как будто это все какая-то не моя жизнь. Да ладно тебе. Пойдем. О! Привет, я Эльза, я живу в серванте. Что там еще? Я ничего не ею склею. Деточка, не надо вытирать пыль, когда тебя об этом не просили. Не надо трогать что-то, когда тебе это не поручали. Ну, просто пыль так быстро садится, ее нужно все время вытирать. До тебя она никогда не садилась. И не будет садиться, если ты не будешь ее поднимать.
И, пожалуйста, дай мне побыть в тишине. У меня голова раскалывается. Ну, займись. Займись чем-нибудь полезным. Вот порисуй. Почему на полу мое полотенце? Ну, перепутал ребенок, она еще не привыкла. Нет, это она специально на пол мое полотенце. Ей просто не нравится, что я с ней строга. Мама, она ребенок. Она до такого не додумалась бы. Это случайность? Не слишком много случайностей. Была бы родной, а эту даже отругать нельзя. Чужой ребенок, пальцем не тронь. Мамуль, со мной маленькой ты такой не была. Ты тоже такой не была. А это просто хулиган в юбке. Ну почему этот дед опять здесь сидел? Кошку на место! Бабушка меня не любит, да? Я не специально. Ты мне веришь? Она просто расстраивается. Ты сожгла кастрюльку, разбила ее любимую статуэтку, сломала часы. Но я ж не нарочно. Давай ты больше бабушки ничего трогать не будешь. И помогать по дому без спроса тоже не надо. Но что тогда делать? Играть, учиться. А давай попросим бабушку завести хотя бы малюсенького-малюсенького котенка. Я с ним играть буду. Играть-то ты с ним будешь. А вот кто за ним ухаживать будет? Котенок, даже малюсенький-прималюсенький, очень быстро превратится в большого кота или кошку. Я думала, только в детдоме животных нельзя. А дома животных можно. А здесь тоже ничего нельзя. Потом, когда мы переедем в другой дом, и ты немножко подрастешь, мы обязательно заведем котенка. Это когда мы от бабушки уедем? Скорей бы. Хорошо, приезжайте завтра. Угу. До свидания. Опять следователь? Опять. Беспокоится, все ли в порядке. Такое ощущение, что просто повод ищет. Ну, он явно к тебе неравнодушен. А что, он тебе совсем не нравится? Даже не думаю об этом. Я не знаю, что делать с Галей. А что, ты же говорила, что у вас все налаживается, что она очень любит помогать вам по хозяйству. Угу. От чрезмерного старания понравится. А что в этом плохого, Аня? Она же женщина. Ой, Диан, мне сейчас не до шуток. Читать ей скучно. Если играть, то обязательно носиться по всему дому. Беспардонная, везде лезет, все хватает, ломает. Никаких границ. И с мамой у нее проблемы. Ну, хочешь, мы с Олегом сами сейчас магазином займемся, а ты сможешь больше времени уделять девочке. Да ты не понимаешь. Я готова в 3 смены работать, только бы дома поменьше бывать. Не могу с собой справиться. Раздражаюсь на нее по мелочам. А показывать нельзя. Сдерживаюсь. Ой, я так от нее устала. Ну, просто прошло мало времени. Ты привыкнешь. А если нет? Может, это от того, что чужой ребенок? А если бы свой был, то я бы себя так не чувствовала. Ой, и со своими устают. Перестань, не умеешь играть. Ты его только расстраиваешь. Я ванную. Сама дай!
Меня Галь зовут. Давайте дружить. А хотите в жмурки поиграем? Подождите, я сейчас. Галь, моё! Аня, ты не видела мой шарф? Я его из Праги привезла, шелковый, он здесь висел. Нет. Твоя дочь ушла сегодня без спроса на улицу, и у меня сейчас шарф. Мам, ну зачем мне твой шарф? Это надо у нее спросить. Галя. Галя, иди сюда. Галечка. Скажи, пожалуйста, только честно, это ты взяла бабушкин шарф? Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь Галя живет? Здесь. Вот, она во дворе забыла. Ну вот, а мы его как раз ищем. Спасибо, девочки, большое. Спасибо, девочки. До свидания. До свидания. Ну вот и твой шарф. Значит, ты специально взяла его на улицу и просто потеряла. Мам, Галя этого не делала. Она просто забыла шарф во дворе, да, Галь? Ну, хорошо, пусть будет так. Но я не намерена больше сидеть с этим ребенком, который всегда нагло обманывает. И, пожалуйста, найди возможность брать ее с собой на работу. Мам, ну ты же знаешь. Я тоже с тобой не хочу сидеть. Я с мамой хочу на работу ездить. Ты злая и жадная. Ты все время за мной следишь. Ложки все время свои пересчитываешь. И от меня все прячешь. Ты думаешь, я не видела? Еще доказательства нужны? Ты кого-то ждешь? Они ждут, пока мы ко мне найдем. А где их искать? В Аниной квартире их нет. А как же Аня? Аня, пусть магазин продает и уезжает. Но она не хочет его продавать. Сергей столько сил в него вложил. О, она магазин в прибыльности бы выводила за счет перепродажи краденого. Бежать надо, бежать. Здорово, что мы теперь сюда будем вместе ходить. Здесь так интересно. Только, пожалуйста, пыль не протирай. Кукушек семечками не корми и скатерть не стирай. А тут и кукушка есть. Так, 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 даже не вздумай. А я и не думала. Я же понимаю. Добрый день. Вас что-то конкретно интересует? Осторожнее, она фарфоровая. А что значит фарфоровая? Почти стеклянная, очень хрупкая. А, стеклянная? Да. Давным-давно, 200 лет тому назад, в 19 веке, все куклы были фарфоровые. Поэтому, если ты ее разобьешь, будет очень обидно. Понятно. А значит, она старинная. Можно я ее себе домой заберу? Малышка, спроси у мамы, пожалуйста. Хорошо. Что это у тебя? Кукла фарфоровая. Дай посмотреть. Нет, разобьешь еще. Она старинная. Да и не нужна нам твоя кукла. Старье какое-то. Тебе мама что, нормальную купить не может? Зато у моей куколки есть
вот в такой сумочке очень красивые камушки. Вот, посмотри. Карина, смотри, как у нас заколка. Да. Только у нас красивее. Так, ну что у нас там с мотоциклом, с кузнечным? Опять она. Андрей, ты меня пугаешь. Надо срочно найти другую для противодействия. Не нужна мне никакая другая. Отстань. Поверь опытному товарищу. Все они одинаковые. Товарищ, вас, кроме бабушки вашей, кто-нибудь целовал? Чего? Какой бабушки? Добрый день. Здравствуйте. А вот и бабушка. Вы по антикварному делу? Здравствуйте. Присаживайтесь. Благодарю. Андрей Викторович, вы меня просили, если я что-нибудь вспомню. Вспомнила. Так, вспомнили. Значит, что-то все-таки пропало из магазина в день смерти Савельева. Перед смертью Сергея к нам шкатулку старинную принесли на реализацию. Конечно, ничего особенного, вы знаете. И? Больше я ее не видела. Так, а скажите, кто принес? Какая-то женщина, но я ее тоже не видела. Олег Алексеевич ее принимал. Знаете, такая, значит, она старинная, резная. Так, кстати, придется снова посетить антикварный. Галя, ты еще долго будешь руки мыть? Все остывает. Откуда у тебя эти заколки? Мы такие не покупали, бабушка. Нет. А, я их у девочек в дворе на камушки выменила. На какие такие камушки? Из сумочки. Из какой сумочки? Не из твоей, бабуль, из кукленной. Их там много было. Да я не отрицаю, как эта женщина принесла шкатулку на реализацию. Ну, что в этом особенного? Все приносят, что-то уносят. Это же антикварный магазин. Если шкатулка исчезла, может, она какая-то особенная? А может быть, из-за нее тогда вылезли в магазин? Гате Георгиевне стало скучно после увольнения. Решила в детективы поиграть. Вы можете описать эту женщину? Нет, я ее не помню. Ну, она обыкновенная. Обычно лет 40-45. Ага, ну а волосы? Волосы, наверное, были. Можешь помолчать, умник. Цвет волос не помните? Крашеные. Крашеные. А глаза? Не помню. Угу. То есть помочь нам составить фоторобот тоже не сможете? Простите, нет, не смогу. И говорите, что квитанция о приемке шкатулки на реализацию тоже куда-то исчезла. Странное дело. И что, эта женщина больше не приходила за своей шкатулкой? Я не знаю, может, она и приходила, может, даже в тот же день и забрала шкатулку. Поэтому Сергей выкинул квитанцию за ненадобностью. Пока Агата Георгиевна обедала. Пока я обедала, Сергей Дмитриевич умер. И если эта женщина за своей шкатулкой приходила в это же время, то это значит, она убийца. Это значит, что у вас разыгралось воображение. Доброе утро. Доброе утро. Что случилось? К нам снова залезли? Доброе утро, Анна Александровна. Нет. Я хотел вас предупредить, но, как всегда, у вас был отключен телефон. Наша полиция просто во всем ищет криминала, а Агата Георгиевна ей помогает. Аля. Ну что, на этот раз никакого криминала. Просто ищем шкатулку. Какую шкатулку? Хотите, я помогу вам ее найти? Галя, может быть, ты посидишь пока в кабинете, порисуешь, не мешая взрослым? Ну, мамочка, пожалуйста. Я помогу, я люблю искать. Ну, правда. Почему? Пусть поможет. Получайте задание, сыщик... Галя. Галя. Тогда позывной будет «Галчонок». Идет? Да. Отлично. Ищем шкатулку. Деревянную, старинную, резную. Ну что, все ясно? Поняла. Поняла? Так да. Что стоим тогда? Выполнять. Слушаюсь. Бегом. Молодец. Как вы легко с ней обращаетесь. Анечка. А кто вот эта дивная девочка? Это моя дочка. Приемная. Я ее совсем недавно из детдома взяла. Из детдома? Вы молодец.
Агата Георгиевна, можно вас на минутку? Вы мне все объясните. Да, конечно, я все объясню. Угу. Я нашла! Вот, нашла, нашла! Вот это молодец! Оперативно. Да не, ну это не так. Эта дубовая шкатулка у нас уже почти год на реализации. Ну я же нашла. Нашла. Вот что. Пожалуй, назначу тебя своим помощником. Помощником детектива? Бери выше, помощником следователя. А как же я? Аня. Ну что, поехали? Все равно ничего не нашли. Ладно. А вы к нам еще приедете? Конечно. Нам же надо вам помочь замок поменять. Так, обязательно приедем, если это поможет как-то следствию, да? Для этого мы обязательно что-нибудь потеряем. Ладно. Тем более я же назначил тебя своим помощником. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Мам, а дядя Жуков тебе тоже нравится? Вот бы нам такого папу. Спи давай. Он такой хороший, я вот всегда знаю, хороший кто-то или нет. Вот Олег нехороший, и Диана твоя нехорошая. Это почему? Потому что они хитрые и притворяются. Маленькая еще ты, чтобы в людях разбираться. А ты лучше все. Спи уже, Шерлок Холмс. А я тебя сейчас... Посадка. Готово. Какой код будем придумывать? А можно я, пожалуйста? Можно я, пожалуйста? Почему нет? Давай. Ну. Я все слышу. Ну и что? Я сейчас пойду маме скажу. Давай. Так. Ну, хорошо. Вот что я думаю. Шкатулку хоть и не нашли, но какая-никакая зацепка. Дальше. Квитанция. О приемке пропала? Женщина это тоже. Один раз появилась, и больше ее никто не видел. Потом, ну, почему пропала именно эта шкатулка? Если это улика, то улика чего? А? Дядя Жуков, а я тоже знаю, что такое улика. Теперь ты улика, и буду я. Я буду прятаться, а ты меня будешь искать? Непременно. Иди. Теперь так, если предположить, что смерть Савельева была насильственной, что спровоцировало его сердечный приступ? А? Ну, в виде бреда. В шкатулке. Мог быть яд? Не, так только в старых детективах бывает. В наше время проще киллера найти. Угу. Да и откуда взять человеку простому такой яд? Я не знаю. Ты задал вопрос, ты и решай. Давай пошуруй там в интернете, посмотри. Ну, какой препарат мог спровоцировать сердечный приступ? Понял? Хорошо. А ты чего, в прятки будешь играть? Какие у меня варианты? Пойду вон, маленькую улику искать. Уважаемая картина, вы не видели нашу улику? Какую такую улику? Ах, эту наглую, лохматую девчонку! Что вы, картина? У нас совсем другая улика. У нас хорошая. Ее зовут Галя. Позывной Галчонок. Нет, я не видела. Значит, что, интересно? Спросите лучше у витрины. Нет, у меня... Нет у меня никого. Не открывать мои ящики. Не надо. Я простужусь. Вот что. Спросите лучше... У сундука. Не надо тут искать. Никого здесь нету. Уважаемый сундук, мне кажется, я был бы не против посмотреть у вас. Нет, не надо стучать. У меня обеденный перерыв. Я закрыт. Закрыт. Вы кофе будете? Мы да, кофе. Да, да, будем кофе, будем. А тебе сок. Тогда и мне тоже сок. Хорошо. Вам, наверное, пора идти. Галя вас отвлекает? Да нет, наоборот, я сегодня свободен. Хотел вас пригласить обеих в кино.
В кино? Да, ура, в кино! Тихо! Ой, Галя! Да тихо! Внимание, внимание, держи! Новое фруктовое море пыталось залить мои документы. Ну? Мы победили. Да. Бах. Ну что скажете? Я не смогу. Очень много работы, и магазин оставить не на кого. А я смогу, у меня нет работы. Аня, ну как ты могла отпустить девочку с незнакомым мужчиной? Мам, ну почему с незнакомым? Это наш следователь. Следователь? Ты что, передачи про полицейских не смотрела? Мам, он хороший, а в новостях все что угодно скажут ради сенсации. А почему их так долго нет? О! Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наконец-то вы уже поздоровались. Смотрите, мама, бабушка, там такой классный мультфильм был, и лимонад с попкорном. Вообще-то не лучший выбор. Кормить ребенка попкорном. Вот пироги домашние я напекла. Бабушка, ты ничего не понимаешь. Попкорн – это такие кукурузные зерна. Они такие воздушные и очень сладкие, и очень полезные. Кстати, дядя Андрей, знакомьтесь, это наша бабушка. Она умеет играть на пианино. Еще у нее есть коллекция макраме и фарфоровых кошек. Вот такая вот у нас бабушка, только она их никому не показывает. Ладно. Ну вот, это мы ей купили кружку корову. Ну, вообще, мы с твоей бабушкой уже знакомы. А, какую корову? Вот, бабушка, это тебе корова. Так, а маме у нас замечательный олень, он самый красивый. Здорово. Мне кошечка. А дяде Андрею бульдог. Так, красивый, вам нравится? Вот, теперь мы все из них будем пить чай. Это авторская работа. Сколько мы вам должны? Да не, ну что, ну какая авторская работа? Это обыкновенный дешевый ширпотреб. Просто Галя упросила меня для вас их купить. Галя? У нас много красивых чашек. Бабушка, ну твои кружки очень тонкие, все время падают и разбиваются. А эти, видишь, какие толстые? С первого раза не разобьются. Мы будем ужинать? И дядя Андрей, садись. А может быть, дяде Андрею некогда? Бабушка, тебе обязательно нужно посмотреть этот мультфильм. Там злая колдунья за одну ночь стала доброй феей. Знаете, я, пожалуй, все-таки пойду. Нет уж, теперь останьтесь. Будем ужинать. Да. Что же, Галина Евгеньевна, Анна Александровна, благодарю за приглашение. Ну, вообще-то, за столом не принято лаять. А это не я, это бульдог. Вы так замечательно общаетесь с детьми. У вас есть опыт, у вас есть семья и дети. Некоторым, чтобы полюбить детей, достаточно разочароваться во взрослых. А вашу гавкающую кружку вы оставите здесь? Она не будет пугать нашу бабушку? Мама, ты что, их теперь нельзя разлучать? Я надеюсь, когда я буду пить чай, мне не надо будет мычать. Чего я только про эти яды не узнал? А это что у нас за коллекция ядов? Это родители передали. По ядам пока ноль. Все не годится, все можно обнаружить в крови. Разве что карбиламин холин. Нет, на меня не смотри, я это отродясь не выговорю. Карбиламин холин хлорид. Кошмар. Вот он по действию подходит. И в крови следов не оставляет. А симптомы, как при инфаркте. Разработан, кстати, в лаборатории Майроновского, еще при Сталине. На политзаключенных испытывали. Так, а что эксперты говорят? Эксперты послали меня. Сказали, чтоб не выдумывал. Такой яд не найти. А вот ботулотоксин, токсин ботулизма, самый страшный яд. Чаще всего, кстати, в маринованных грибах содержится. Ты чего? Ничего. Что-то расхотелось. Галя, не держи дверь открытой. Хорошо.
Кажется, не только Галя ждет Жукова. Не Жукова, а Агату Георгиевну. Ну да. Я договорилась с ней, что она вернется в магазин работать. Стала бы ты так из-за нее дергаться. Ну да. Кажется, жду. И что это ты? Влюбилась, что ли? Ой, Диан, не знаю. Просто мне казалось, что я не справлюсь с Галей. Все было как-то не так. А с его появлением все стало просто и легко. И? Ничего. Просто все стали как-то счастливее. А он? Ну что он? Он, когда с Галей, так это у него хорошо получается. Я вот, например, не умею так шутить, играть. А он, представляешь, чай пьют, а у него вдруг кружка залает. Ну хорошо. А к тебе-то он как относится? Кружка у него лает. Для этого образования не нужно. Я тебя про другое спрашиваю. Да нет ничего другого. Просто общается со мной, как с мамой Гали. Ну, как-то мне с трудом верится, что мужикам чужие дети нужны. Это он не просто так. Это он к тебе ключик подбирает. Идет. Да, алло. Шеф, у меня такое ощущение, что у этого мента вообще работы нет. Да он от них ни на шаг не отходит. Все время рядом трется. Да я понимаю, что мы из-за этого козла время теряем. Но... Я понял. Твою мать! Смотрю, Смирнов тебя по-прежнему подкармливает. Ну да, жены-то нет. Вкусно? Очень. Зачем пришла? В Америку улетаю. Это хорошая новость. Надолго? Ну, соскучиться успеешь. Деньги нужны. А, ну это менее приятная новость, но ожидаемо. Ну и что, долго ты так из меня тянуть будешь? Просто вроде мы с тобой давно уже не живем, а, кстати, забыл сказать. Я подал заявление на развод. Ого. Да. Мне работать надо. Из чего это ты вдруг так взял и подал заявление на развод? Не знаю, хочу начать новую жизнь. Без тебя, без твоих внезапных появлений. Я не понимаю, ты меня что, плохо слышишь, а? Я же тебе говорю, что я улетаю в Америку, подала на визу. Если я буду в разводе, мне просто визу не откроют. Давай, погоди, я прилечу, подумаем, нужно нам разводиться, не нужно. Ларис, я развожусь. Покинь помещение. Это мы еще посмотрим, дадут тебе развод или нет. Угу. Какие люди? Не могу сказать, что рада встрече, но за грибочки спасибо. Это я дядя Жукова делаю. Симпатичная. Этой супницы ела моя бабушка. Ела что? Какая-то супница важнее меня? Это память. Понимаешь ты или нет? Лучше бы ты разбила свою дурацкую китайскую кружку за 3 рубля. Мам, это память о моих родных. Родных? А я что, не родная? Дядя Жук у меня в 1000 раз больше любит. Для вас я стараюсь, а он меня просто так любит. Мама, как же мне надоели все эти твои салфеточки, чашечки, статуэточки. Как ты можешь со мной так разговаривать? Да мы погрязли в вещах. Я тебе честно скажу,
Я с детства мечтала разбить эту твою жуткую, неудобную, тяжелую супницу, но боялась. А твоя Галя ничего не боится и ничего не жалеет. Ты вдруг собрался? Не срулить ли от нас решил, а, дружок? Теща на дачу. Теща на дачу пригласила. Ты что нас за идиотов держишь? Верни бабки или камни и вали тогда на все четыре стороны. Нет у меня ни камней, ни денег. Я даже квартиру продать не могу. На отца записано. Слушай, не беси меня, а. Твоей вдовы магазин, две хаты и дочка. Короче, слушай меня сюда, олень. Встретишься с ней и объясни, что дочку мы у нее заберем. Понял меня? И по пальцу будем отсылать ей. Ее это чужая дочка, приемная. Ты что, дурак? Да мне вообще наплевать, своя, чужая. Объясни, что у нас вариантов нет. Заодно и посмотрим, насколько она ей дорога. Пошел вон отсюда.